подошел к финалу, увы, что касается чемпионата ну, по это поеданию. Полуфиналы на финал кофе. Да, скажи мне, пожалуйста, что там у тебя в тарелке? Ой, там печенюдки, наверное. Да, фуагра. Да. И гребешкимр. Еще и маме что-то сейчас... И креветки со спаржей. И креветки маме. Приятного Алекс, аппетита. Благодарю вас. Алекс, скажи очень мне, пожалуйста. Креветки. Да, креветки очень большие. Ну, как для мамы. Выросли специально. Здесь не может быть для мамы что-то плохо. Мама это точно знает, потому что мама знает, кто ее друзья. Так что привет, друзья. Большое спасибо вам за этот ужин. Все было супер. Мне это понравилось. Если честно, я не против это повторить еще раз. Я не против совершенно. А ты, Алекс, против? Только не сегодня, да? Тут очень вкусно. Очень-очень вкусно, правда? Да. Ну что, я хочу поднять этот бокал шампанского вместе с моим гостем с посольства Молдовы за моих друзей, за моих самых классных друзей и за Алекса. А Алекс выпил свою шампанское. Алекс уже ждет кофе. Кентру Алекс. Гипура, привет Молдове. Привет Молдове.